Законопроект, запрещающий аборты после того, как можно отчетливо услышать сердцебиение ребенка, был разработан при поддержке сенатора Джона Милковича и одобрен большинством голосов парламента штата Луизиана. За закон проголосовали 79 сенаторов, против были 23. Индустрия абортов ведет войну против наших детей прямо на пороге нашего дома. И мы решили принять участие в борьбе с абортами с помощью закона и молитвы, чтобы остановить ужасное детоубийство. Закон в Луизиане не вступит в силу, если федеральный суд не поддержит аналогичный законопроект в Миссисипи. Он был временно заблокирован из-за возможного несоответствия Конституции. Верховный суд США легализовал аборты еще в 1973 году. В последнее время подобные законы были приняты в Кентукки, Огайо, Джорджии и Алабаме. Последний штат шагнул дальше всех. Здесь закон не разрешает проведение аборта даже в случаях изнасилования и инцеста. И грозит врачам, проводящим процедуры аборта, наказанием до 99 лет тюрьмы. Пока ни в одном штате закон не вступил в силу. Это закон о принудительной беременности, о принудительном ограничении нашего здоровья. Это не просто запрет абортов, это ограничение доступа к медицинским услугам. Несколько голливудских компаний, таких как Netflix, Disney, Warner Media, AMC, NBC Universal, CBS, Sony и Viacom, сообщили, что могут отказаться работать в штате Джорджия, если там вступит в силу закон о запрете абортов. Это стало проблемой для компании Walt Disney. Они снимали в Джорджии такие фильмы, как «Черная пантера» и «Мстители». Я думаю, что многие люди, которые работают на нас, не захотят работать в Джорджии, и нам придется прислушаться к их мнению в этом вопросе. Я думаю, что закон может быть оспорен в судах, и это может задержать его принятие. Но если закон вступит в силу, я не понимаю, насколько это для нас целесообразно продолжать здесь снимать. По данным Государственного центра контроля и предотвращения болезней, число абортов в США в последние годы достигло исторического минимума. Согласно последним данным, за 2015 год в стране провели 638 169 легальных процедур. Это менее 12 абортов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 44, или 188 абортов на 1000 рождений.